Приветствую всех зрителей нашего канала. Меня зовут Олеся Архибис. Сегодня мы разыгрываем с вами подарки от разных торговых марок, за что большое спасибо и вам за участие в розыгрышах, и тем, кто отправляет нам подарки. Так, значит, розыгрыш проходит как у нас в группе, так и на канале. Я прошу прощения, вчера не смогла провести розыгрыш. Выходной день был, и как-то так вот замоталась, а потом уже вспомнила, когда уже детей спать надо было укладывать. Так, ладно, значит, открываем мы альбомы. Я уже, как видите, в новой версии Facebook. Сейчас заодно мастер-класс покажу для тех, кто еще не знает, как пользоваться новой версией Facebook с ПК. Так, я уже так разобралась, приловчилась, но я уже... Старая версия мне недоступна. Из-за вот этих всех обновлений, и висит же, кстати, в Фейсбуке, невозможно зайти в альбомы группы. Ну, возможно, конечно, но там надо не с первой попытки. Так, мы сейчас ищем с вами альбом с подарками от производителей. Вот наш альбомчик, подарки для участников нашей группы. Так, сюда захожу. Значит, так, сейчас это все добро будет обновляться, и посмотрим, где... Сейчас быстренько. У меня тут загружается. Ага, все нашла. Значит, так, мы в прошлом месяце с вами разыграли ангелочков, я точно помню. Вот эти конвертики были, ангелочки. И вот следующее уже у нас, сейчас смотрю по дате, на 20, вот на 20 сентября, значит, мы должны разыгрывать. Так, ну что ж, начинаем. А, у нас же есть еще и нарушители, кстати, о птичках. Вот наши нарушители. Ребята, еще раз повторяюсь, когда вы принимаете участие в розыгрыше, возьмите, вот вы написали себе номерок и лайкните, вот здесь вот лайк, поставьте нравится, и вы будете понимать, что вы уже приняли участие в этом розыгрыше, и вам не нужно опять ставить номерок. Потому как, если вы дублируете, мы вас уже заносим в черный список для этого розыгрыша. Итак, значит, первое у нас для педагогов поздравительное, да, сейчас мы смотрим. Так, нет, я сначала разыграю, а потом будем смотреть, есть ли нарушитель, ли у нас в списке нарушителей, тот, кто выиграл. Так, 160 человек у нас записались на розыгрыш. Ой, нет, это я не то, это я уже подготовила для канала. Генератор случайных чисел. Так, 160. Значит, сгенерировать. 51. Теперь я захожу сюда и проверяю. 51 номерок у нас здесь нету в черном списке, да? Так, поэтому мы сейчас будем поздравлять того, кто под номером 51. У нас в этом месяце немного схем, да, подарков вообще. И схемы, и сумочки там есть на розыгрыш. Поэтому я не разделяла на два раза в месяце. Это в прошлом месяце. Я как-то затянула еще с предыдущего. Сейчас загружается. Затянула с предыдущего месяца. И поэтому было очень много, получается, подарков. Так, Светлана Черноморец. Мы вас поздравляем сейчас. Ой, на Светлану зашла. Блин, сейчас опять загружаться будем. Нажала не туда, куда надо. Так, Светлана Черноморец. Сейчас я извиняюсь, конечно. Все. Зависла, не туда пошло. Ну, давай грузись. Так, 51. 51, Светлана Черноморец. Копирую. Так, Светлана Черноморец. Ага, дудки английскими пишет. Есть. Дальше едем. Дальше у нас сумочка разыгрывается. У нас одна сумочка на канале, а вторая в группе. Вот это вот побольше, которая в группе разыгрывается. Так, 300.
300 человек у нас записались на розыгрыш, сгенерировать 229. Сейчас смотрим, кто там выпал под 229 номером и посмотрим, нету ли в списке нарушителей этого человека. Сейчас загружается все это дело. 229. Алена Соболевская. Идем сюда. Ну, я тут Алену не вижу, поэтому мы ее будем сейчас поздравлять. В том случае, если вы попадаете в список нарушителей, да, то мы тогда переигрываем этот подарок. Едем. Вот ты, блин, не туда нажала. Сейчас быстренько пролистаю. Где там это дело? Так, сумочку все мы разыграли. Едем дальше. Вот это у нас схема разыгрывается на канале. Значит, я иду на наш канал. Правильно, принять участие на канале можно. Так, идем сюда. Это вот здесь мы разыгрывали. Да, правильно. Нет, нет, нет. Нет, обманываю. Здесь мы Акурнс разыгрывали. Ага, вот тут вот мы разыгрывали. Разыгрываем, получается, схему от Верены, и здесь же и сумочка. Значит, смотрите, я ставлю сейчас ссылочку в рандомайзер. Вот сюда сейчас посмотрим, будет он работать или нет. Я перед этим несколько рандомов для YouTube поискала. Так, значит, случайный комментарий. О, Галина Герус. Так, беру участь. Теперь проверяем подписку на канал. Ну, я знаю, что Галина вообще подписана на наш канал, но по правилам я должна проверить подписку. Так, все, я есть, Галина. И еще вы должны были еще написать чудовый подарок для дочери. Ну, я так понимаю, вы не написали здесь «хочу рыбку» или «хочу сумку», значит, получается, рыбка ваша. Так, идем дальше. Сейчас мы разыгрываем. Я сейчас сразу запишу, Галина Герус у нас победитель. Вот здесь вот. Так, я здесь комментарии выключала специально. Включить комментарии. Так, вот. Ну, включены комментарии. Выключала, потому что девчонки начали писать комментарии. Никто же не читает. Да что ж такое? Есть тут комментарии или нет? Сейчас выключу, перезагружу. А, вот, включить комментарии. Так, сейчас напишу. Галина Герус, победитель. Что-то не могу я не записать. В общем, ладно, все. Я надеюсь, Галина просмотрит это видео. Так, дальше. Дальше у нас от Верены схема. 147, рыбка, да, 147, сгенерировать 71, и идем сюда. Загружается. У меня тут вон рядышком получила от Акорнс я схемки, загружается. Подарки от них получила, так что тоже будем разыгрывать. Интересные подарочки от Бисер Арт приехали. Ой, что-то я перекрутила. 71, да, по-моему? Да, 71. От Бисер Арт интересная приехала. Теперь смотрим в нарушителях, есть ли или нету. Ага, тут нету, все нормально. Так, Наталья Терлецкая, я вас поздравляю. Победитель. Есть. Поехали дальше. В
Вот эта сумочка у нас на канале разыгрывается. Так, девчонки уже начали ставить комментарии тоже. Так, идем дальше. Где у нас это? Ссылочка, да, сумок и схем. Значит, как раз в рандоме открыто это... Давайте еще раз я закрою сюда. Вот. Еще раз. Как раз эта ссылка раскрыта, видите? Загрузить. Выбираем комментарии. Так, хочу сумочку. О, как раз хочу сумочку. Надо было писать или сумочку, или схему, или хочу и то, и другое, допустим. Так, смотрим подписку, это обязательно. Все, я вижу себя. Отлично. Спасибо, Руслана, что вы выполнили все условия. Так, идем дальше. Теперь закрываем это. И я это видео сразу закрываю, чтобы я уже не путалась. Ой, так. Значит, здесь у нас идем дальше. Потом это у нас на здесь в группе разыгрывалось 155 номер. Значит, заходим здесь, смотрим, кто у нас здесь 155. Людмила Орленко. Заходим, смотрим. Людмила у нас есть на разрешителях? Нету. Отлично. Людмила Орленко. Смотрю, Наталья Хныкина. Чуть-чуть не попала на тебя, Наташа. Так. Так. Идем дальше. Вот, вот этот мне понравилось. Фруктовое настроение. Схема такая прям классная. 227 человек. 227. Тут вам же нормально все фокусируется. То, что мне щелкнуло тут. 214. Смотрим. 214. Александра Прокопюк. Но сначала посмотрим в нарушителях. Александры нету, поэтому мы Александру сразу поздравляем. Идем дальше. Так, 224. Ота Корнс у нас сейчас разыгрывается. 224. 129. Загружается. Наталья Гончар. Наташа Гончар. Смотрим сюда. Наташи здесь нету. Наташа Гончар. Есть. Вот эти пионы, слушайте, они такие классные, очень хорошая проработка. Вот мне из всех новинок это пионы, и вот сейчас мы еще дойдем до... в стиле Прованс полочек от Акорнс. Очень хорошие тоже проработки. Так, 254, да? Вот эти пионы очень хорошая проработка. Вот я сейчас получила посылку со схемами, и там новинки. Я должна сказать, что вот чувствуется по-разному, разная проработка разных, видать, дизайнеров, там, разработчиков, художников, как их называют. Вот. И, ну, не то. Вот эти пионы очень хорошие. Такая детальная, глубокая проработка. Так, открываем, открываем. Открываем, открываем. Грузится. 19-й, да, у нас тут номерок, да, 19-й. Закрываю лишнее, но пока там грузится. 19-й.
Светлана Куц. Сейчас зайдем здесь, посмотрим Светлану. Светланы здесь нету. Нарушителях. Идем дальше. Вот эти полочки очень хорошие. Их мы разыгрываем на канале. Сейчас я зайду на канал. Посмотрю, где мы их тут разыгрывали. Вот. Розыгрыш новинок. Ну да, это видео. Так. И вставляю в рандомайзер. Это мы удаляем. Это удаляем. Ой, что я делаю? Не скопировалось. Стоять. Сейчас обновлю страницу. Вот так. Загружаем. Выбираем комментарий. Участвую. Красота. Лена, Зина. Сейчас смотрим вас, Лена. Подписку. Лена, красота, красота. А где подписка? Подписка, небось, закрытая, наверное. Придется сейчас переигрывать. Так. Выбрать случайный комментарий. Заново. Участвую. Анна Гончаренок. Правильно я прочитала. Может, неправильно? Извините. Так, смотрим здесь подписки. И тут подписок нету. Смотрите, каналы. Здесь ссылок на другие каналы нету. Девочки, ну, пожалуйста, будьте внимательны. Дальше. Ирина Терещук. Участвую. Спасибо за обзор. Сюда идем. Каналы. И здесь ничего нет. Пусто. Заново играем. Татьяна Кирилюк. Сейчас посмотрим. Каналы. И тут пусто. Ребята, подписка должна быть открыта на канал. Это обязательное условие. А потом же писать мне будете в Вайбер. Я на вас подписана. Так, Лина Сиренко. Опять. Здесь пусто все. Видите, здесь нет ссылок на другие каналы. Переигрываем. Людмила Семенюк. Людмила. Вот, все, я себя уже вижу. Подписки. Все, Людмила, спасибо большое. Выполнили все условия. Так, значит, Людмила выиграла у нас полочки от Acorns, да, и, ага, у нас еще дальше есть. Так, здесь я не прописывала правила, это все мы в группе разыгрываем, я закинула тогда фотографии, не было возможности прописать правила, ну, правила все одинаковые, как обычно, в группе разыгрываем. Так, 138 номеров, 138, точнее, человек. У нас 101 смотрим. Так, Татьяна Резник. Так как я туда ничего не написала, я не проверяю, есть ли он в нарушителях или нет, Татьяна. Я имею в виду в условия, ничего я тогда не смогла записать. Так, есть победитель. И дальше у нас 97 человек. 97. 25. 25 номерок открываем. Елена Кучеренко. Елена, поздравляем вас.
есть. И все. Все, ребята, закончились подарки уже на следующий месяц. Я сейчас еще выложу мини-палитру, мы новую оливковых оттенков. Я еще сюда не загрузила, надо загрузить. Будем уже в следующем месяце разыгрывать. И у нас приехало много подарков от Акконс, от Бисер Арт. И при том такие интересные от Бисер Арт, новые деревянные заготовки. В общем, следующее видео буду выкладывать на канале. Коротенький сначала Акконс, Бисер Арт, а потом полностью еще с розыгрышем буду выкладывать. Вот, вам всем огромное спасибо за то, что вы поддерживаете меня. Очень приятно читать ваши слова поддержки. Вот я здесь зашла, получается, новые артикулы бисера. Я выкладывала, рассказывала, да, видео, много чего. И очень много приятного мне написали, да, слова поддержки, что я понимаю, что действительно работу, которую я делаю, она для вас полезна. Ну вот, относительно, допустим, видео с новыми артикулами бисера. Спасибо вам всем за пожелания, спасибо за просмотры, спасибо за участие и вообще, что вы подписаны на меня, смотрите мои видео. Все, всем большое спасибо и до новых встреч. Пока-пока.